В Дагестане уже начали высаживать ранний картофель. Об этом сообщает региональный Минсельхоз. В некоторых областях республики его высадили в первую неделю марта. Специалисты объясняют эти действия тем, что картофель поступит на рынки региона уже к лету, в то время как в большинстве более холодных субъектов страны еще только начнут высаживать овощи. Отметим, что именно благодаря дагестанским сверхранним сельхозкультурам получается наладить импортозамещение на этот период. Для этого ведомство оказывает аграриям республики значительную поддержку. К примеру, в предыдущем году российские аграрии произвели 7,2 миллиона тонн картофеля по данным Картофельного союза. Площадь полей в 2022 году расширили на 30 тысяч гектаров. Сейчас урожай данного овоща планируют поднять до 7,5 миллиона тонн. Благодаря данным действиям планируется снизить зависимость от импортного семенного материала. Асия Тумалатова, Гаджи Гаджиев, новости телеканал «Среда».